Добрый день, уважаемые подписчики. Давно я ничего не выкладывал. Ну и тут решил рассказать о том, как я утепляю углы внутри 150-го бруса, 150 на 150. Один человек попросил, говорит, мол, типа, как же так происходит, что ты вот здесь внутри, ну вот за брусом ничего нету. Ну как нету? Там полтинник заходит прямо на 150 миллиметров внутрь с двух сторон. Соответственно, что касаемо утепления, это первый слой, дальше второй слой, еще полтинничек, ну и вот на примере вот здесь соточка дополнительно идет, итого 200. То есть как-то так. Соответственно, надо сегодня до конца доутеплить котельную, сделать закладные, ну и пришли досочки. Вот они, досочки пришли, я их штабелем сложил. Очень хорошие досочки. Так как все было закрыто, пришлось купить их в Северном Лесе, в конторе. Ну, ничего не сделаешь. Ну, вот. Они только в праздники работали. А так все, дело движется потихонечку. Котел работает, молотит. 21 градус у нас. Внутри 21 градус. На улице у нас плюс 7. На улице вот как-то так. Так что вот так, дорогие друзья. До новых встреч. Удачи. Подписывайтесь на мой канал. Счастливо.